елбасының Қазақстан 2050 жолдауын іске асыру бойынша жалпыұлттық жоспар іс-шараларының 51-ші тармағына сәйкес мыналар көзделген. Табиғат ресурстарын тиімді басқару және шикізат секторынан түскен кірісті пайдалану тұжырымдамасын дайындау. Мерзімі 2013 жылғы қыркүйек болатын. Тапсырманы орындау үшін мұнай және газ министрлігі, индустрия және жаңа технологиялар, қоршаған ортаны қорғау, экономика және бюджеттік жоспарлау, қаржы министрлігімен және басқа да мүдделі органдармен бірлесе отырып тиісті жоба әзірленді. Ол үкімет отырысына қарау үшін белгіленген тәртіппен келісілген болатын. По мнению Министерства нефти и газа, современные концептуальные видения управления сырьевыми ресурсами, в особенности углеводородами и твердыми полезными ископаемыми, должно включать следующие ключевые предпосылки. Во-первых, в соответствии с нашей Конституцией, природные ресурсы находятся в собственности государства, и поэтому именно государство должно являться базовым звеном организации их использования. Во-вторых, природные ресурсы были и на данном этапе остаются фундаментом социально-экономической преобразования в Казахстане. В этой связи эффективность использования ресурсов должна опираться на комплексные подходы и сбалансированность интересов отрасли и государства в целом. В-третьих, функционирование ряда сырьевых отраслей носит глобальный характер, что диктует необходимость взвешенного учета внешних и внутренних факторов. Представляя здесь Министерство нефти и газа, очень кратко остановлюсь на ряде показателей углеводородных ресурсов. Исходя из текущих реалий отрасли, максимальный уровень объема добычи в республике прогнозируется 2024-2030 годы. В 2050 году ожидается снижение уровня до 30-50 миллионов тонн, если мы не вовлечем в эксплуатацию новые месторождения. При этом хочу отметить, что мы выбрали здесь, показываем пессимистический вариант. И многое будет зависеть от развития второго этапа Кашагана и других проектов, которые в целом имеются в голове, как говорится, компании, но в настоящее время еще они не утверждены на уровне правительства. Минимизация импорта нефти, а также полное обеспечение внутренним потреблением будут достигнуты государством в 2020 году. Максимальный уровень экспорта казахстанской нефти более 90 миллионов тонн ожидается в 2025 году. Основными экспортными маршрутами транспортировки нефти на внешние рынки прогнозируются нефтепроводы КТК, Атырау-Самара, Казахстан-Китай. Показанный экспорт нефти железнодорожным транспортом или через порт Актау. В качестве качественных характеристик отечественных секторов в той или иной мере выделяются следующие по углеводородам. Казахстан находится в районе первой десятки стран мира по запасам, что позволяет успешно добывать нефть еще минимум 50 лет. Существующие значительные перспективы обнаружения новых запасов. Есть возможность полного обеспечения собственными ресурсами всех трех казахстанских НПЗ и, соответственно, внутреннего рынка нефтепродуктов. Не сказал еще свое слово «новое отечественное нефтехимическое производство». Вместе с тем существует ряд моментов, ослабляющих позиции казахстанской отрасли, в их числе высокая себестоимость и специфичность нефти, высокая транспортная составляющая, невысокая доля казахстанской компании в добыче. Казахстан сегодня владеет 34%, США 25%, Китай 23%. Общая необходимость активизации работ по восполняемости сырьевой базы, высокая привлекательность экспорта нефти. В определенной степени схожие ситуации по твердым полезным ископаемым. Наиболее конкурентоспособной сырьевой базой обладает марганцевая и хромитовая промышленность. По ряду металлов, таким как золото, свинец, цинк, медь, долгосрочные запасы руд являются недостаточно конкурентоспособными. Вместе с тем 80% геологической базы по твердым полезным ископаемым разведаны и поставлены на учет еще в советское время. Опережающее изучение недр стопорится проблемами финансирования. Подавляющее большинство используются монотехнологии, отсутствует системное продвижение технологиям
получения и переработки комплексных концентратов. И только в последнее время мы уже стали привлекать инвестиции на переработку отходов горной промышленности. В части основных внешних факторов можно выделить следующее. По углеводородам. Динамика добычи углеводорода в мире последние 30 лет характеризуется постоянным ростом. С 50 миллионов баррелей в 80-м году до почти 90 миллионов сейчас. Заканчивается период легкоизвлекаемой нефти. Сегодняшний процесс поиска и разработки месторождений связан с усложнением комплекса условий, высоким уровнем всех видов затрат. Мировые цены на нефть в целом подвержены росту. За последние 10 лет они выросли более чем в 3 раза. Существенно меняется глобальный энергетический рынок и участие национальных стратегий. В число ведущих потребителей нефти вошел Китай. Прогнозируется, что КНР займет первое место уже до конца этого десятилетия. Нефтедобывающие, газодобывающие страны с относительно небольшими экологическими запасами, например, как Бразилия, стараются извлечь большую выгоду от добычи углеводородов через постепенное повышение роялти. По твердым полезным ископаемым ощущается замедление темпов развития мировой экономики и рецессии в ряде стран снизили мировой спрос. Конкуренция на мировых товарных рынках значительно ужесточилась. Дальнейшие перспективы рынка связаны с траекторией экономических показателей стран-импортеров. Общие подходы к развитию горно-технологического блока показаны на слайде 11 здесь, я не буду комментировать. Таким образом, ситуация в рассматриваемых в концепции секторах носит неоднозначный характер. Вместе с тем, принципиально важно определиться с главными целями долгосрочного видения Казахстана по данным вопросам. Рациональность и эффективность использования ресурсного потенциала страны во многом коррелирует с текущими и будущими макропоказателями республики. В соответствии с посланием главы государства «Казахстан-2050», общенациональным планом и другими уже принятыми документами, в частности по развитию зеленой экономики, проекты и концепции выделены 8 приоритетных целей. Первое – это дальнейшее изучение природных ресурсов, поиск и учет новых месторождений. Ключевая задача в данном направлении – стремиться к восполняемости сырьевой базы через развитие соответствующего научно-исследовательского потенциала, внедрение передовых технологий, систематизации баз данных осуществления мероприятий и развитие геологоразведочных работ. Вторая цель – наращивание темпов добычи и поставки на мировые рынки природных ресурсов для использования высокого мирового спроса в интересах страны. По экспертным оценкам, возрастающий спрос на углеводородное сырье будет наблюдаться с 2030 года. Далее – существует вероятность активного продвижения альтернативных видов энергии. В интересах бюджета страны целесообразно максимально использовать мировую конъюнктуру. Третье. Обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами отечественного производства, в том числе в соответствии с новыми экологическими стандартами. Концепция направлена на полное решение проблем самообеспечения внутреннего рынка ГСМ. Четвертое. Создание условий привлечения иностранных инвестиций только на условиях применения современных технологий добычи и переработки сырья, а также создание новейших производств. В своем недавнем выступлении на открытии третьей сессии парламента глава государства отметил, что важнейшие и приоритетные задачи – принятие изменений в закон о недрах и недропользовании. Имеются случаи, когда полученные права на освоение природных ресурсов, в дальнейшем ничего в них не инвестируют, фактически выводя их из экономического оборота. Месторождения, в которые не вкладывают средства, необходимо возвращать государству и передавать другим инвесторам. Также надо предусмотреть механизм по обязательным требованиям к инвесторам в плане содействия диверсификации экономики Казахстана на стадии заключения контрактов или внесения в них изменений. Пятое. Развитие производства альтернативных видов энергии. Эта цель фигурирует в целом в ряде стратегических документов государства. Президентом страны поставлена задача обеспечения не менее половины всего совокупного энергопотребления через альтернативные и возобновляемые виды энергии. Шестое. Внедрение добывающими предприятиями только экологически безвредных производств. Для реализации данной цели концепция предусматривает использование как технических, так и экономических мер по предотвращению загрязнения окружающей среды, недопущения ликвидации негативных последствий недропользования.
Седьмое – создание стратегического резерва углеводородного сырья. Восьмое – оптимальное управление доходами от сырьевого сектора. В настоящее время нефтегазовая отрасль обеспечивает значительную часть ВВП и с учетом национального фонда около 2/3 бюджетных поступлений Казахстана. Вместе с тем, сфера природных минеральных ресурсов также нуждается в укреплении финансовой базы для реализации политики восполнения сырьевого потенциала. Текущая ситуация во многом опирается на заделы советских лет. Модернизация добывающего комплекса, более активная работа по поиску, учету новых ресурсов должна подкрепляться более активной финансовой поддержкой государства. Құрметті үкімет мүшелері, белгіленген тәртіппен тұжырымдаманы әзірлеуге сәйкес жобада көзделген мақсаттарға қол жеткізу үш уақыттық кезеңге бөлінген және жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасымен өзара байланысты. Тұжырымдамада жобасы белгіленген тәртіпке сәйкес әзірленді және мүдделі мемлекеттік органдарда келісілген болатын. Осы тұжырымдаманы бекіту туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы қабылданған жағдайда Қазэнерджидің аясында әзірленіп жатқан ұзақ мерзімді отын энергетикалық кешен стратегиясын есепке алып, іске асыру бағдарламасы әзірленетін болады. Тұжырымдама жобасын қолдауыңызды өтінемін. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.